Сегодня в Нижнем Новгороде проходит совещание полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с главными редакторами средств массовой информации. На встрече с Михаилом Бабичем присутствуют представители средств массовой информации практически со всех регионов Приволжского федерального округа. Главных редакторов не испугал даже мороз. А ближе к Нижнему термометр показывал с утра около 25 градусов. Чуть больше года Михаил Бабич занимает пост полномочного представителя президента России в нашем Приволжском округе. И почти сразу же в начале января этого года он приезжал в Чувашию, чтобы посмотреть, как идет жилищное строительство. Но сегодня он говорил практически о том же. Социальная политика округа, возможности регионов определяются исходя из экономического положения республики и областей. Итоги 2012 года неплохие, успехи очевидны. Но, как сказал Михаил Бабич, есть и проблемы, которые обсуждались сегодня на встрече с руководителем печатных электронных средств массовой информации. Это и повышение зарплат, и наведение порядка в сфере ЖКХ, и поддержка среднего бизнеса, и перспективы развития высшего образования, и многое другое, что, впрочем, и составляет нашу жизнь. Усиленно в 2012 году занимались местным самоуправлением, ведь это прямая связь с людьми. Был создан даже окружной совет по местному самоуправлению. Отдельная тема – противостояние религиозному экстремизму, сохранение согласия между народами, живущими на территории многонационального округа. Для решения задач формируется так называемая сотня полпредов, чтобы обучать молодых, помочь им подняться на карьерном лифте вверх. Говорили о важности демографической политики и поддержки института семьи. Михаил Бабич положительно отозвался об инициативах регионов, в том числе и руководства Чувашской республики, направленных на стимулирование рождаемости, создание благоприятных условий для восстановления детей. И все это делается за счет собственных ресурсов, что очень важно, подчеркнул полпред.